помочь одноклановцам. Сундучок, кулаки. Что? Это у нас еда, что ли? Да, еда. Дареному кону зубы не смотрят, понимаешь? Выполнение задания. Достигли нового уровня выполнения. Так, еще клан надо учить. Добываются кланы. Добывают. Нет, сначала пошлем кому-то за Иисуса. Дальше запустим процесс еду, будем улучшать ферму, добычу еды, помощь от сакрантов. Я вступление в клан нельзя быть в другом клане. Дальше.
Один нам помог. Помогайте членам клана. Это вам ничего не будет. Вы от этого будете зарабатывать. Можно помогать дальше после заполнения шкафа. 1000 очков лояльности и доблести. Сегодня мы уже заработали максимум очков. Возможность получать очки будет доступна через 6-8 минут. Помогая участникам своего клана, вы сокращаете время выполняемого ими действия на 1 минуту или на 1%, выбирается большее значение. Чем больше время, если несколько дней, то вы берете, естественно, не минуту, одну, а 1%. Потом на эти очки доблести и лояльности, которые вы выработали, можно покупать в магазине клана всякие плюшки. Так. Теперь запустим процесс. Почему мы не процесс? Так. Выполняем процесс. Вот это вот симпатичная кнопочка. Но почему-то сегодня ее не видно. После обновления какая-то. То не видно этих самых. Поддержка. Соклановцев. То теперь вот это западает кнопочка. Куда-то. Куда она западает? Сегодня только бег, только бег. Молчим. Обучение продолжаем. Открывать знания.
бесплатно. Раб 51. У нас такое задание зарабатывать очки. А это лучше вести. Это мы выполняем задание. Выполняем задание, так учиться больно. Больно. Увеличение могущества. Увеличение могущества. Странно. Каждый раз еще матч. Советую всем не приобретать, не платить, но покупать. Что улучшает 0,5% увеличение шансов критического урона для захватчиков. Бесплатно.
встреча. Улучшить помощь. Требования для улучшения знания, восстановления энергии. Все только улучшить помощь. Затраченные ресурсы возвращены не будут. Нет, не уверен. Ускорить. 24 слишком много. Шаманов у нас пока вообще. Шаман. 12-й уровень на раку. Опять.
Выполняем задание 15 минут, отлично, поехала она, вот это можно посмотреть, что мы за это получим, забрать. Это мы сегодня получили как награду за терпение во время технических работ на сервере. Подарили. Обновление личных заданий. 40 штук. Каждому. Скорее всего. Как раз такое задание на 2 дня. Подарочек. Всем рекомендую, так как здесь можно получать золото, в отличие от многих других игр. Следующий подарочек золото будет через 13 часов. И вот здесь еще можно собирать золото на карте. О, город. Находите один чай.
и получать. Еще золото от повышения уровня героя дарят. С каждым новым уровнем еще золото. О. Вот за это получаете за месячную активность 80 тысяч. Можно приобрести VIP на месяц и прокачать. А еще, если пройдете легендарное состязание и получите награду $8 миллионов. Вот такая уникальная игрушка. Это победитель получит. Месиво будет. Мочить всех. Мочить. На карте. Всего лишь на 100 увеличилось. Так. А, наверное, уже чуть там прокачалось. И это все с нами не вышло. Стена 9 уровня, казарма 9, казарма, перейти, помощь, это пускай пока. Хотим прокачать дворец. Сначала, раз уж мы могущество все равно повышаем, нам нужно шамана еще качать. Так что дворец нужен не 9 уровня, а 12. Если получится, прокачаем. А пока... А, это тоже могущество. Нет, не пока, а тоже. Потому что нужно зайти. Штучки будем получать награды. Личные. И в том числе там опыт шамана и опыт героя. Так что сначала откроем шамана.
а потом прокачаем его. Вот. И это душераздирающее зрелище будет в следующей серии. Приходите еще. Будет еще. А может, подписывайтесь на канал, комментируйте. Может, мы еще что-то забыли? Напомните, как здесь есть золото. А, да. Золото еще можно добывать здесь. С помощью. Награды за вход. 50 тысяч. Если каждый день будет приходить в игру, заходить и здесь. Третья вкладка. Здесь получаете награду за вход в банк. Просто так. От нечего делать. Может быть, еще сундук лодки подарят, еще на карте есть месторождение золотые. Так что покупайте, не задумываясь, VIP статус, не за реальные деньги, а за золото, которое вам дарят. И значительно облегчите игру у себя. Вот золото. Золотые крыски. Золото богов. На карте. И вот это вот за получение нового уровня героя. Нового уровня шамана, скорее всего, тоже будут давать золото. Вот. В общем, засыпает игроков золотым дождем. Ну, что это на начальных уровнях замка. Как прокачаете замок? Потоки отмечают, как других игрок. Чем дальше, тем страшнее и дороже все. А может, и нет. Ну ладно, подписывайтесь, комментируйте. Расшаривайте. Все. До новых встреч! До свидания.